Здравствуйте, друзья! В рамках нашего институтского проекта «Разнообразие задачи и наращивая их сложность» мы сегодня напишем фрагмент левитанского вечернего звона. Вот вы видите, это фрагмент. Она примерно вот такая. Отсюда уберем эти лодочки. Но композиционно очень русский, милый сюжет. Ну, это лодочка из старины, нам она не нужна. А два монаха там могут вполне в начале дороги стоять. У них там тоже маленькая лодочка. Все. Всю задачу брать, может быть, не обязательно, потому что там уже повторяющиеся приемы. А нам нужно понять идею света и тени, идею неба, воды, их отношений. Вот. И поэтому мы берем только фрагмент. Ну, тем более, что вы сами видите, что фрагмент вполне выглядит как полноценная картина, которую можно предложить и покупателю, и на выставку, может, не получится, поскольку это все-таки копия, а покупателю предложить всегда можно. Так. У меня в баночке тройник, и этим тройником я сейчас начну. Я вот думаю, брать большую кисть или маленькую, наверное, все-таки небольшую. Может быть, даже смочу холст. И вы тоже смочите. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, не бояться холста, тогда вы уже с ним вступили в это тактильное общение. Страх все-таки улетучивается. Вот. И для того, чтобы красочка в сухость холста входила удобнее. Когда краска входит в такую мокренькую среду, она уже вплавляется. По сухому холсту мы часто начинаем сухо натирать, и я вижу, как новичок мучается. Поэтому смочим. Но смочим так, чтобы лишней влаги не было. Ее мы соберем в тряпку. В качестве голубого цвета неба можно было бы взять очень много цветов. Есть и небесно-голубая, и королевская голубая. Но поскольку мы с вами идем от скупой палитры к нескупой, то возьмем уже нам знакомую голубую ФЦ. Она ничем не плоха, в том числе для этого случая. Вы видите, как не сухо входит краска в холст. Холст у меня среднезернистый с тенденцией к мелкому зерну. Эти холсты можно приобрести у моего менеджера Карины. И все эти наши задачи учебные выполнять с предсказуемым качеством. Вода тоже голубит, но вода обычно темнее, чем небо, поскольку имеет собственную тональность, более плотную. Вот я набираю идею более темного, более темной воды. То есть иная среда и иная тональность. Возьму голубенький еще темнее и с его помощью наберу рисунок
приблизительный рисунок. Выше середины по высоте проходит линия горизонта. В самой середине на моей картиночке, на моем фрагменте здание храма и рядышком здание колокольни. Пока ошибиться шансов не было, поскольку мы пользовались только голубым. Если вы еще не допопали в точность силуэта, вы можете белилами отъять, просто сдвинуть и таким образом доуточнить общий силуэт. Силуэт в отражении уже не так важен, вот, хотя и его мы тоже сейчас наберем. Этим же цветом. Сейчас вы поймете, почему можно вот таким образом поступить, когда только голубой стал. Ну, как если бы у нас был бы только голубой карандаш, а нам предстояло бы сделать это изображение, то мы бы, конечно, поступили бы, ну, тональный рисунок стали бы делать с помощью голубого и белого. Что мы с вами демонстрируем для того, и делаем это для того, чтобы найти композицию и заложить как бы теневой цвет. Теперь возьмем, ну, кстати, вот полощу кисть, я мою, макаю в разбавитель, вытираю о стол, вытираю тряпкой со стола. Ну, поскольку стол у меня рабочий, то он не обиделся. Беру более чистые белила, разбавитель, белила. Беру кадмий красный, светлый. Вдоль линии горизонта наращиваю закатное состояние неба. Чуть-чуть и в само верхнее место неба тоже можно уже не с таким перемолом заложить этот рассеянный в небе свет. Вы видите, здесь краснее, здесь побледнее, поразбеленнее и более мерцательно. То есть в целом это как бы выглядит однородно, но мерцание света проявлены. Это же и в отражении. Но уже чуть смуглее, поскольку вода имеет собственную тональность.
Точно такое же действие выполняем в воде. Кстати, формат у меня 30 на 40. Для тех, кто... Навскидку еще не научился видеть идею размера. Вокруг храма в отражении марево света. Беру другую кисть, разбел красноты. Небо на большой картине, на полном изображении у Левитана более сложное, чем сейчас. Там полоса одна, там продолжается множество. Это множество можно немножко срисовать и нам. Поэтому я делаю преувеличенный уклон облаков, который создает эффект ухода в перспективу. Добавил к разбелу красноты охру желтую. И еще один цветик у нас появится. Это розовый с голубым и белилами. Это будет теневое звучание этих облаков. Где-то еще более розово, где-то более синевато. И вот они уже состоят не только из света, но и тени. У них появилась масса. Отсюда выйдут облака более тенистые и тоже пойдут по траектории спуска, вот по вот этой траектории спуска. Я вижу там только фрагмент, но понимаю идею. Укладываю идею. Они здесь разбиты. Немножко тень мигает в этих воротах. Во всяком случае, должна мигать. Внутри архитектуры мигают слегка бойницы.
Немножко вдоль береговой помигивает и отраженность, и, ну, даже самой площадки вот этой там, хоть она и тоненькая, но все-таки чуть-чуть может отражаться. Это не значит, что это облако должно здесь тоже висеть, потому что угол зрения у воды, то есть мы смотрим и как бы видим немножко вот снизу вверх. Так мы смотрим так, а в отражении мы как бы смотрим на это снизу вверх. Поэтому у нас другой угол зрения, и, соответственно, мы не видим облаков всерьез, но только дымку этого заката. Так, ну и все, кажется. Наверное, все. И очень хорошо. Вот. Задача уже как бы с некоторой степенью сложности. Желаю удачи вам. По-моему, иметь вечерний звон в доме каждому русскому человеку приятно.